Всем привет! С вами Светлана на своем канале Светлообзор. У нас сегодня 21 день. И у нас уже вчера вечером начались небольшие вылупления. Вон, сейчас покажу. Вот такие вот у нас уже попытки. Я просто открыла инкубатор. Вот у нас цыплятки. Сегодня мы ожидаем, что к вечеру они уже начинают вылупляться. Хоть мы и переживали. И еще до сих пор будем переживать. Ой, вот один. Смотри. Открывается. Вот, проклевывается. Вот, видите, проклевывается. Там проклевывается. Вот тоже яичко. Так что у нас сегодня даже слышно его. Ой, вот прям там шевелится, шевелится. Ой, цыплянок. Сегодня у нас будет день рождения. Цыплят. Посмотри, он закрывает. Ой, ой, ты посмотри, он что там делает. Ты посмотри, ты видишь? Ой. Это у нас, по идее, должна быть курочка. Но почему мы ее отметили крестиком, или надо по видео посмотреть? Ну да, может, на видео посмотреть. На свет, видишь, реагирует как. Может, ей слишком ярко еще. Ну, ладно, закрывай пока. Ты маленький старается. Девочка не старается вылезти. Да, вот так вот по кругу старается, да. Ой, ой, выпихнуть прям хочет, все выпихнуть. Все выпихнуть хочет. Быстрее на свет. А быстрее не надо, да. Очень влажненький, чувствуется там. Сейчас закрою. Так вот он старается. Ну ладно, старайся. Первенец наш. Да? Да, вот скажи. Молодец, ладно. Давай. Вылупляйся быстрее. Даем обсохнуть время, набраться сил. Да, он уже все отсоединился от скорлупы, мы ее убрали. А потом уже пересадим уже на пеленочку, под цвет, во временный бродер. Ой, какой, ой, все, закрывай.
его пускай спит лучше, пока отсыхает, пускай пока спит. Ну вот, наш первенец. Да, первые шаги осваивает. Самый первенький, немножко раньше на одни сутки вылупился. Это означает, у нас была повышенная влажность. Или перегрев. Да, или перегрев. И то это возможно. Да, вот такая. Другие-то сидят. Вот такая цыпа у нас первая, первая из инкубатора. Да, сейчас водичку пропоить. Надо будет подставить хотя бы немножко, чтобы сейчас вот подставить. Да ему еще обсохнуть надо. И первое надо так пропаивать. Мы его их будем кальцием борглюконатом. 5 дней из расчета 5 миллиграмм на 500, пол-литра, да, на 500 грамм воды. Сейчас попробуем попоить его, а потом уже через 12, то есть в течение 12 часов покормить его надо. У нас это комбикорм специально для цыплят первых дней. Ну, поприветствуем нашего цыпленочка. Ой, успе напугали. Напугали. Какие маленькие, да? Вон лапки какие, да. Все, первые шажочки ходят, да. Первые шажочки наши. Ну, все, наш костроложбик. Уже потихоньку кушать начинаем. Да, все, осваиваемся. И ждем своих братиков и сестренок. Да, вот так активно уже кушает. Да, вот такие мы хорошие. Так, ну конечно. Сейчас водичку попьем. Да, давай. Сейчас еще полностью не обсох. Конечно. Угу.